А, это сложно. За перевод благодарим Катю Левин, Лию Кулагину и Асылым. Озвучила Айка. Приятного просмотра. Я хочу токбоки. Нет, все распродано. Их нельзя открыть, теперь все испорчено. Мы соседский дозор. Мы защищаем эту деревню. Корпус соседского дозора. Соседский дозор. Соседский дозор. Защищаем поселок Stray Kids. Соседский дозор. Мы защитим это место. Это наша территория. А, хорошая погода. Такая идеальная погода, чтобы сосать чупа-чупс. Кто-нибудь хочет надувной мяч? Я хочу. Я. О боже! Почему ты кричишь? Я толстый тигр! Мы собрались здесь сегодня из-за жалоб. Здесь слишком много жалоб от жителей. Кто жалуется? В соседней деревне кто-то позвонил пожаловаться. Ким жалуется? Те из команды соседского дозора, кто сможет успешно разобраться с жалобой, получат именные наклейки. Я не член команды. Команда Хван! Мы можем выбирать наклейки с именами по своему желанию. Затем надо наклеить имя на рулетку. Очевидно, мы защищаем деревню. Почему мы должны быть наказаны? Этот мир по своей сути несправедлив. Это слишком! Чем больше раз твое имя наклеить, тем выше вероятность наказания. Это же плохо, да? Ага. Да. Чанбин действительно математический гений. Он такой умный. Самопровозглашенный математический гений. Давайте сначала разберемся с первой жалобой, ладно? Эй, щенок, садись уже! Из-за соседского дозора в деревне продолжает идти дождь. Тогда пусть уходят. Жители могут уходить. Почему это из-за нас? Почему вы считаете, что это из-за года дракона? Те, кто родился в год дракона, встаньте на колени. Казни начнутся сегодня. О, здесь дракон. Я только сейчас понял. Правильно, потому что люди в нашем соседском дозоре драконы, и из-за этого в деревне шел сильный дождь. Итак, мы решим эту проблему с помощью захватывающей игры. Игра на земле! Игра на земле! Возьмите фишку со своим именем и доберитесь до финиша. Первый член команды, который сделает это, победит. Этот глаз дракона – точка финиша. Обладатель первого места получает 4 наклейки. На них можно написать имя человека, которого вы ненавидите. Тогда давайте сначала определимся с порядком. Хорошо. Начнем с младшего, да? Кто самый младший? Я. Я. Мне кидать это сюда? Не бросай фишку. Щелкни по ней. Или мы щелкнем по тебе. Хорошо. Старт. Вот так. Неплохо. О, как жаль. На остров? Кажется, на острове. Значит, он пропускает ход, да? Пропуск хода, пропуск хода. Смотрите, он сразу жульничает. Не переходи черту! Не переходи черту! Ты не вырастешь достойным человеком, если будешь так делать. Она вылетела! Она вылетела! Как далеко она укатится? Как Йонбок, жаль. Давай. Следующий. Йонбоки. Хорошо, погнали. Йонбоки, давай. Йонбок вот-вот запустит фишку. Йонбок! Мы часто играем в игры пальцами. Но он в них плох. Именно. Текущий лидер! К счастью, она не вылетела за рамки, это уже неплохо. Я могу отойти. Хан такой милый! Почему ты называешь меня Йоши? Йоши! Мяу. Хван Чонджин или мистер Дофамин? Погнали, погнали. Попади прямо Чонджин, в глаз. Давай, сделай это. Попади прямо в глаз. Чонджин, такой шанс выпадает раз в жизни. Я выиграю с одного удара. Жизнь, это риск. Стреляй прямо. Вылетел. Ага. Один удар и сразу вылетел. Было хорошее предчувствие. Что лучше, играть безопасно или рискнуть? Конечно, нужно победить одним ударом. Начнем. Это все, что ты можешь? Я ударил сильно. Что ты делаешь каждый день на тренировках? Я еще молод и пока не занимался спортом. Ух ты! Что происходит? Гений! О, Лино! Пока это не игра с мячом, я хорош во всем. Наш Кристофер Чан? Кристофер Банчан! Кристофер! Почему ты начинаешь с края? У каждого своя тактика. Или нет? Кажется, нет.
Глупый Банчан. Глупый-глупый дурачок. Он обмочился. Я захвачу твой взгляд. Подождите, он пропускает ход. Тебе придется пропустить, приходи позже. Не твоя очередь. Я хочу играть. Сэнмин, погнали. Я внутри границ. Йонбок, давай. Есть еще правило. Ты должен бить с линии старта. Чанбин, ты слишком много говоришь. Чанбин не слишком много болтает. Хорошо, поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты собираешься меня выбить? Скажи мне правду. Как ты узнал? Хёнджин, давай! Победа одним ударом! Жизнь, риск! Хёнджин! Бей сюда! Хорошо, бей прямо. Если я все сделаю правильно, поле будет выглядеть так. Он все рассчитал. Огненный торнадо! Огненный торнадо! О, это в пределах поля. Мех тоже очень хороший и мягкий. Мех очень мягкий. Фишка застряла в шерсти. Окей, окей. Хорошо. Окей, Йена наконец-то может выйти с острова. Йена, наконец-то! Это было круто! Это было классно! Это выглядело как из аниме. Йена, попади прямо в глаз! Нет, Айен, тебе придется вернуться к началу. Он не купится, он умный. Аут! Почему ты думал, что сделаешь это с первого раза? Один выстрел — это все, что имеет значение. Насколько вы хотите поспорить, что камень Сэнмина уйдет в аут? Не стоит играть в азартные игры, Не стоит, окей. Давай. Он ушел? Он ушел. Вот так. Это было глупо. Лино, что ты собираешься делать с этим? Он даже не может поймать мяч с какао. Йонбок! Что? У Феликса есть навыки. У Феликса есть навыки. Третье место. Феликс убийца. Попади в этот, самый дальний. Это мое. Почти. Что с тобой не так? У тебя научился. Я иду прямо к финишу. Да, действуй. Все, Чанбин, не пересекай эту линию. Не пересекай эту линию. Чанбин, давай. Хёнджин, давай. Твой должен был попасть в канализацию. Разве тогда он не выбывает из игры? Он выбыл. Чан выбыл. Чан выбыл. Йенни, ты начинаешь с самого начала? Я начинаю заново. Назад к основам. Давай сделай это. Это... На, попробуй еще раз. Давайте дадим ему послабление. Он же ребенок. Спасибо. Это все потому, что ты милый. Я тоже милый, дайте мне еще один шанс. Чанбин, у тебя только один шанс. Давай, женушка! 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 Давай, я хочу еще один шанс. Чанбин. Хороший мальчик, удачи! Удачи! О, что? Ну, это было круто! Лино, что ты собираешься сделать с этим мячом? Моя очередь. Йонбок, какой твой? Переверни его. Этот мой. Йонбок, ты только что отодвинул его дальше? Нет, не отодвинул. Я все видел. Но я не отодвигал. Серьезно, почему ты так сделал? Зачем ты со мной заговорил? А, серьезно? Хан, сделай это с одного удара. А, серьезно? Он коснулся его, но все равно вышел. Аут-аут, он вышел. Пока-пока. Я буду щелкать сильно, так веселее. Хёнджин, давай! Надеюсь, твой камень попадет в камеру и полетит в аут. Значит, ты возвращаешься на начало? Подумаешь. Время для Чанбина, человека, который живет на старте. Чанбин, давай, сделай это с одного раза. Сделай все так, как будто в первый раз. Почему ты так плохо играешь? Чанбин, так плох. Я правда хочу хорошо сыграть. Первое место. Первое место. Первое место. Первое место. Первое место.
4 наклейки для Лино. Ага, молодец. Поехали. Кого ты выберешь? У меня есть свои варианты. Могу поспорить, что там Сынмин. Думаю, он выберет 4 Чанбина. Так ты добровольно наживаешь себе врага. Он разочарован внутри. Чанбин заплачет. Я не могу вернуться домой, типа буду я. Значит, он хочет врага. Он получил одного. Он получил одного. Хочешь наклеить свою? Ты издеваешься? Та-да! Готово! Отлично! Что ж, продолжаем. Вторая жалоба. Соседский дозор Китс постоянно ссорится. Мне от этого не по себе. Тогда больше не будем ссориться. Не будем. Проблема решена. Готово. Давайте подумаем с точки зрения друг друга. О, хорошо, замечательно. Вы будете тянуть имя участника и спорить от его имени. Став выберет победителя по вашей актерской игре и участию. На этот раз победитель получит 6 наклеек. 6 наклеек? Давайте тянуть имена. Я вижу, что там внутри. Ты в курсе, что смотреть не обязательно? Какое тебе дело? Какое тебе дело? Как бы ни было, плевать, ты главный неудачник. Плевать, ты главный двойной неудачник. Итак, давай. Мне 5. Хан. Айен, ты Хёнджин. Что ж, начнем дебаты? Лино такой громкий. Эй, Лино, успокойся! Лино! Я люблю Хёнджина! Хёнджин, я люблю тебя! Эй, место рядом с Хёнджином свободно! Оно свободно! Сынмина! Это так точно! Чанбин, сегодня день ног! Да, сегодня день ног! Я же могу это съесть, ну пожалуйста! Когда это я так делал? Двигайся! Двигайся! Как ты со мной разговариваешь? Сынмина! Я сел сюда первым! Я сел сюда первым! Сынмин! Что еще делает Айен? Подожди, это выглядит глупо! И размажь все кетчупом. О, да. Нет, я шучу, не делай этого. Айен, давай сделаем тост. Сегодня я скажу тост. Молодость — это сейчас, Йен. Я думаю, что тиранозавр победили, но победит всех. Кто сказал мое имя? Тиранозавр победит всех. Кто думает, что тиранозавр победит? Толстые с короткими шеями всегда побеждают. Но тиранозавр может быть... напуган. 15 метров может напугать вас, но 5 метров и 15 метров. Это разница в 2 раза, я понял. Это в 3 раза, Лино. Ты прав. Они вообще не подерутся. Лино! Это все теоретически. Хёнджин, хочешь умереть естественной смертью? Я думал, что это был Лино. Брахиозавр имеет длинную шею, так что тиранозавр может просто укусить ее. Ага. Тиранозавр невероятно сильный, да, определенно. Правда? Серьезно? Но брахиозавр имеет длинную шею, так что он мог бы обвить шею тиранозавра и задушить его. Как змея, что ли? Это брахиозавр, а не анаконда. Это как скрытая сила. Что если жираф и тигр подрались? Конечно, победит тигр. Мы не знаем этого. А если тигр себя плохо чувствует? Нет, скажем, что они оба в порядке. Тогда мне нужно подумать об этом. Ты должен быть Айен. А, точно. Эй, ты рядом с Ким Хёнджин. Тогда они оба в порядке, верно? Брахиозавр бы раздавил его. Эй, брахиозавр. Почему? Почему? Брахио. Почему? Вау, это так похоже на Лино. Вижу Лино здесь, но слышу его там. Брахиозавр не может раздавить тиранозавра. Он может. Что тиранозавр может сделать своими руками? Эти руки слишком короткие. Но я все равно думаю, что тиранозавр победит. Да, я тоже так думаю. Брахиозавр бы ему позволил. Давайте продолжим. Ты что, шутишь? Как можно исключить углеводы? Это не имеет смысла. Давайте выберем углеводы. Хорошо, мы будем защищать углеводы. Нет, Хёнджин бы умер без углеводов. Я исключаю белки. Поскольку мы тренируемся...
Нам нужны белки. Я тоже тренируюсь. Но, Хёнджин, ты кто вообще? Я Йен. Я не могу отказаться от лапши быстрого приготовления. Хорошо сказано. Хёнджин бы сказал то же самое. Хан, скажи что-нибудь. Хана, просто подними тон голоса, когда говоришь. Конечно, я могу прожить всю жизнь без углеводов. Это было мило. И то, и другое важно. И то, и другое важно. Очень похоже. Чанбин, ты бы не смог отказаться ни от чего, да? Только через мой труп. Нам стоит сменить тему. Да. Да, давайте дальше. Дальше, дальше. Что ты выберешь, петь без чик или без бу? Мы могли бы сделать из этого рекламу курочки. Мы могли бы сделать из этого рекламу курочки. Мы выбираем петь без бум, да? Точно. Да, без бум. Подождите, это сложно. Давайте я станцую для вас. Давай. Пойте только чик без бум. Да, Йен, покажи класс. Покажи, что ты можешь. Йена, давай. Итак, без бум. Йен, отлично! А Йен, ты уже такой взрослый! Отлично, Йен! А Йен, ты уже такой взрослый! И теперь пойте без чик! Так, однозначно лучше. Звучит лучше без чик. Да, единогласно. Да, единогласно. Давайте оставим так. Да, давайте. Первое место. Первое место. Чанбин, изображающий Сэнмина. Вау, правда? Правда? Что он делал? Сначала он просто ходил вокруг. Вау, вот это внимание к деталям. Отлично, Чанбин. Подвинься. Как ты разговариваешь с... Мы могли бы сделать из этого рекламу курочки. Айен, покажи класс. Поздравляю. Подождите, в этот раз 6? Лино, давай сделаем это. Эти двое теперь воюют. Не выбирай кого-то одного. Держу пари, что Чанбин не сможет отклеить стикер. Зачем я подстриг ногти вчера? Как-то мы с Чанбином пошли есть краба. Он не смог надеть одноразовые перчатки, мне пришлось ему помогать. Я не хочу играть в Хёнджина, это слишком утомительно. Почему это? Быть Лину было трудно. Как он так много разговаривает? Я и правда много говорю. Это тяжкая работа. Да, но у тебя неплохо выходит. Ты собираешься делать это весь день? Чанбин, что бы ты без меня делал? Я не представляю свою жизнь без тебя. Я сделаю 5 Лину и 1 еще кому-нибудь. Кому? Ты помогал мне, поэтому я должен выбрать тебя? Конечно. Только потому, что ты помог мне. Конечно. Все готово. Готово. Сможем ли мы сохранить спокойствие в городе? Поступила следующая жалоба. Как мы ее решим? Соседский дозор Kids, пожалуйста, примите участие в песенном конкурсе. Они хотят, чтобы мы соревновались в пении? Хорошо, давайте сделаем это. Нам попрактиковаться в пении. Думаешь, надо? Если вы знаете песню, берите микрофон и пойте с первого куплета. Отлично! Звучит весело. Тот, кто наберет больше баллов, побеждает. Хорошо? Детское вокальное соревнование. Давайте не будем петь свои песни. У нас нет никаких песен. На 8? Да. Это на 4 больше похоже. Мы в школе. Мы уже в первом классе. Соберись. И музыку. Это песня. А, это Happy? А, день, который просто хорош. Мы можем толкнуть его и просто уйти, нет? У нас есть бубны? Я подниму тебя. Я тяжелый. Вперед, 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 вперед! Happy, happy,
Ты ничего не слышишь. Сколько там баллов? Неважно, какая песня следующая, я буду петь. О, это! Это же... I am the best. Да. Чан Бин лучший. Вы готовы отрываться? Погнали! Он реально лучший, так и есть. Попробуем? Что это за песня? Что? Что это? Что это? Разве это не нытьё? Да, нытьё! В оригинале это тоже дуэт. О, это нытьё! Какая следующая песня? Йонбок, давай! Йонбок, твоя очередь! Что это за песня? Давай уже! Просто посмотри на слова! Я не знаю эту песню! Тогда посмотри на слова и импровизируй! Ты как? Ужасно! Эй. Да! Да! Шерлок! А, Шерлок! Ее сложно спеть! Это слишком сложная песня! Слишком сложная! Тогда просто передай микрофон! Give it up, boy.
А, это танец. Феликс, Феликс, Феликс! Эй, вы! Давайте вместе! Я думаю, мы облажались. Теперь мы лоха рача. Хорошо, а теперь? Не стоит наживать себе врагов.